Старомодная комедия – это и мелодрама с балтийским акцентом, и добрая сказка про любовь двух взрослых людей. Человек уже не молодой, одинокий. Но вот вся эта история и написана на другу. Люди в таком возрасте, люди могут еще найти друг друга. Я представляю эту историю, рассказываю зрителям, посвящаю их вот в это действие, которое будет происходить в течение всего спектакля. Рижское взморье, лето, он главный врач санатория на берегу моря. Она бывшая актриса, отдыхающая в учреждении. Их первая встреча не предвещает ничего хорошего, но это только начало их весьма непростых отношений. Прошу садиться. Благодарю. Хотя об этом вы могли бы вспомнить и чуть раньше. Вы правы, но мне не сразу пришло это в голову. Отчего же? Дело в том, что увидя вас, я страшно изумился. Чему вы изумились? Сам не знаю, но изумился я очень. Мне даже показалось, что мы были когда-то с вами знакомы. Верность – высшее проявление силы. Это одна из главных идей спектакля. Двум уже немолодым людям предстоит отпустить свое прошлое и обрести гармонию. Что вы скажете об этих котлетках, из которых вы едите уже вторую? Количество чеснока в них положенного указывает на то, что тот, кто их готовил, знает, что он принадлежит. Интересный сюжет, поэзия житейских реальностей, романтика прошлого и удивительные герои. Все это не могло не покорить зрителей. Трогательный, очень приятный. Очень здорово работают артисты прям. По сравнению как с нашим орловским, различия есть. Новая нотка, такое дыхание. Гастроли Брянского театра продлятся до 7 апреля. Завершатся комедии «Боинг-Боинг» на большой сцене. Наталья Чунина, Олег Фомин, телеканал «Первый областной».